компания Audi выпустила горячие версии кроссовера Audi Q3 в кузове SUV Coupe Sportback с буквенным индексом AS. Хотел бы напомнить вам, что новое поколение кроссовера Audi Q3 было представлено летом этого года. Разница версий SUV и купе, как у Mercedes и BMW, отличается исключительно количеством железа в кормовой части кузова, что влияет на ездовые характеристики машин. К примеру, у купе на корме железа меньше. Благодаря этому машина имеет идеальную разрисовку кузова по осям, что позволяет быстро и динамично проходить скоростные повороты. Однако за это приходится расплачиваться небольшим объемом багажного отделения. И наоборот, у кузова SUV багажное отделение огромное, что позволяет взять в дальнюю дорогу все самое необходимое. Но за это приходится расплачиваться посредственной устойчивостью управляемостью быстрых виража, так как тяжелая корма стремится развернуть машину вокруг передних колес при резком изменении траектории движения, либо при быстром прохождении крутых поворотов. Чтобы этого не произошло, инженеры оснащают версии с кузовом SUV хитроумной электроникой, которая сбрасывает мощность мотора и усиливает эффект стабилизации кузова. В остальном же версии SUV и купе ничем особо не отличаются друг от друга. Горячие же версии Audi Q3 с буквенным индексом AS можно отличить от обычных версий по черной ячеистой решетке радиатора, по иной форме бамперов, крупным воздухозаборником с декоративными бумерангами по бокам, патрубкам выхлопной системы овального типа, контрастному окрасу боковых зеркал и колесным диском оригинального дизайна. В салоны горячих версий AS дизайнеры Audi установили спортивный мультируль с кнопками изменения ездовых режимов, спортивные кресла, элементы AS-декора, а блок управления кондиционером и сенсорный экран мультимедийной системы слегка развернули к водителю. Для улучшения ездовых характеристик на Audi Q3 AS инженеры расширили колею, на 10 мм расширили колесные арки, дорожный просвет уменьшили на 10 мм, а также установили адаптивную подвеску с электронным блоком управления. В качестве силового агрегата на версии AS используется бензиновый турбомотор объем 2,5 литра мощностью 400 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод на машине полный, с муфтой подключения на задней оси. До 100 км в час обе версии Audi Q3 AS разгоняются за 4,5 секунды, а максимальная скорость машин ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Однако, если приобрести спорт-пакет, то максимальная скорость может быть увеличена до 280 км в час. Продажи горячей версии Audi Q3 с индексом AS поступят в конце текущего года. Цена Audi Q3 AS с кузовом SUV составит 63 500 евро, а в кузове купе 65 000 евро.